Здравствуйте, уважаемые граждане тех стран, где вы меня слышите. Я Лариса Алавердиан, первый защитник прав человека Армении. Сейчас я нахожусь в городе Степанакерти, столице Нагорно-Карабахской республики, столице борющегося народа Арцаха. Вы видите, что творится вокруг. Девятый день идет бесчеловечная война Азербайджана против мирного населения Карабаха. Уже нету, наверное, тех видов современного оружия, которые бы не применялись. И, наконец, я хотела бы сказать, что ведется прицельный огонь именно по гражданским объектам, по системам жизнеобеспечения. Цель одна – уничтожить или изгнать народ, армянский народ Карабаха из исконно проживаемых территорий. Если добавить ко всему прочему, что все эти действия имеют все признаки преступлений, международных преступлений нескольких видов. Это военные преступления, это преступления против человечности, против человечества. Добавьте, что все это делается по этническому признаку, и вы получите, что здесь вы являетесь свидетелями еще одного геноцида над армянским народом. И это сегодня сотворяет Азербайджан. Я хочу призвать всех вас, все общественные организации, просто людей доброй воли, прекратите разговоры. Наконец, начните действовать. Остановите эту бесчеловечную войну. Иначе нужно будет... Вы вспомните, что душевная слепота и душевная глухота хуже, чем физическая слепота и глухота. Ждем ваших отзывов, откликов.